Всем огромный привет! В этом видео мы будем с вами пробовать вот такой вот тропический коктейль в сиропе, который мы купили в фикс-прайсе. Значит, давайте мы на него посмотрим. Значит, у нас написано 425 мл. Так, что-то тут Quality Food. Что-то написано. Чосер. Не пойму, что. Значит, состав. Ананас, красная папайя, желтая папайя, гуава, кокос, вода, сахар. Вот, мы еще ни разу не пробовали. Наверное, это будет что-то похоже на такие вот как бы персиковые компоты или как они там называются, коктейли. Кто производитель? Не совсем понятно. Вот импортер вижу. Производитель. Special Food, что-то такое. Таиланд, вот. Все. Что-то прочитал. Как-то здесь нелогически написано. Так, годен до 16 года. Произведен 13-го. Уже старенький. Съедобный, надеюсь, будет хотя бы. Сейчас мы протрем крышку. Аккуратненько. Так. Моя любимая открывалочка. Поехали. Так. Опа. Так, и что же у нас тут? Ага. Ну вот. По виду, я бы сказал, напоминает такой вот, скорее, ананасовый компот, который продается в магазинах. То есть, вот я вижу такие вот куски ананаса и больше ничего. Хотя написано, что это коктейль. Запах тоже ананасный. Так, интересно, интересно. Опа, а вот оказывается, что тут слоями просто лежало. Вот. Вот здесь вот какие-то куски, непонятно что. Такого розово-оранжевого цвета, вот желтого. Наверное, это какие-нибудь папайи. Давайте пробовать. Да, убежал. Так, что у нас? Ну, что-то с ананасным вкусом сейчас было, но мягкое. Вот это красное. Тоже такого же вкуса, только мягкое, еще более мягкое. Так, ну, а твердое. Я опять чувствую ананасный вкус. Это такое чувство, что здесь... Все куски с одинаковым вкусом. Ну, давай-ка вот это желтое. Так. Ну, тоже ананасный вкус. А вот это? Это, наверное, кокос, да, по идее, белый должен быть. Более твердое. Непонятно. Ну, знаете что? Похоже на ананасный компот. То есть по вкусу все вот эти куски, они приблизительно одинаковые. Вот единственное, они более мягкие, чем в таком магазинном компоте ананасовом. Вот, а так, в принципе, съедобно, ну-ка, водички. Ну и водичка тоже такая ананасная. Вот. Нормально, есть можно, в принципе. Все в порядке. Написано без ГМО. Ну, конечно, картинка, она как-то немного отличается от, так сказать, реклама, как всегда, сильно преувеличена. Вот. Ну, ничего, нормально, съедобно. Вот. Ну, все, на этом все. Всем спасибо за просмотр. Ставьте лайки, подписывайтесь на мои обзоры. И пока.